Вот с утра решил пройтись по парку и пробежаться. Смотрю, вот видите, повсеместно здесь люди занимаются вот так вот. В основном, конечно, занимаются пенсионеры, судя по возрасту. Их много. С мячом вот бабушка занимается. Вот. Все в одежде национальной. То есть это не просто так, стяжечкой. Ну, в общем, я еще так запоздно поснимать это решил. Потому что еще довольно, когда темно, они уже все занимаются вовсю. Вот. Мне вообще нравятся эти парки, они пустыми не бывают. Вечером здесь они занимаются танцами. В общем, танцуют так притязательно очень. То есть интересно. Сальсу, вальс. В общем, собираются они хаотично. Обязательно это засниму, правда, уже в это время темновато бывает, чтобы на телефон снимать. Может быть, на камеру поснимаю. Вот. А бегают европейцы в основном. Ну и то мало. Я вот вчера за вечернюю пробежку никого не встретил. И только вот сегодня с утра вижу двух человек. Анет Фру вчера, когда бегал, пробежал мимо трех военных баз. Около одной военной базы бегал молодой китаец. Я думаю, это, скорее всего, наверное, военный какой-то. Вот, такой подтянутый. Потому что, если честно сказать, то атлетически сложных вообще китайцев я не видел совсем. Пока ни одного. Но то, что они вот так вот занимаются ушу и цигун с утра и вечером, это вообще повсеместно. Так много, знаете. Вот так вот. Ну, я побежал дальше. Так.